На Ростовской АЭС одновременная аварийная остановка энергоблоков номер 1 и номер 2 произошла сегодня в 5:23 по московскому времени. Как сообщил источник в экстренных службах, в регионе была временно нарушена подача электроэнергии потребителям. Также сообщается, сбои в подаче электричества наблюдаются практически во всех республиках Северного Кавказа, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Частично восстановлено электроснабжение в Чечне, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Однако никакой официальной информации от Росатома, в структуру которого входит Ростовская АЭС, на сайте организации не обнародовано. Представители АЭС уверяют, что опасности этот инцидент не представляет. Все восстановительные работы планируют завершить до полудня.